Сады России представляют Томат Синьора. В последние годы особенно высокие результаты по урожайности, по устойчивости к болезням и вредителям, по вкусовым качествам получены в научно-производственном объединении Сады России на сортах и гибридах томатов итальянской селекции. Я рассказывал о томатах Калабрезе, я рассказывал о томатах Рикиута. Вот еще один прекрасный итальянец – томат Сигнора. Томат розовоплодный, томат крупноплодный. Это биф-томат с ровной поверхностью, глянцевой, с очень плотными, очень тяжелыми плодами. Кстати, для розовоплодного сорта этот томат достаточно хорошо хранится после уборки урожая. Вот давайте сейчас мы этот томат разрежем. Видите как, даже нож в нем немножечко застревает. А, посмотрите, какая великолепная структура у томата. Какой великолепный у него аромат. Ну и проверим вкус. Да, действительно, очень интересный вкус. Кстати, итальянцы очень любят томаты с таким немножечко под хрустом. Вот в разных регионах предпочтение дают где-то, наоборот, мягким таким пюреобразным томатом. Ну а вот в Италии, во Франции, на юге, там особенно популярны вот томаты именно такого типа. Кстати, наиболее вкусными считаются томаты вот подобные, когда они чуть-чуть недозрели. Вот именно когда есть этот подхруст, когда в томатах еще достаточно много кислот, которые при созревании в последующем разрушатся. Вот в этот момент, конечно же, вот этот вот томат Сигнора имеет максимально высокие вкусовые качества. Вот такая вот новинка, урожайная, высокорослая, с частым заложением плодовых кистей, с короткими междоузлиями, устойчивая к болезням, вредителям, похолоданиям. Сегодня вы ее можете найти в каталоге научно-производственного объединения Сады России и на сайте научно-производственного объединения. Очень даже рекомендуем. Сады России и томат Сигнора. Покупайте томаты Синьора в интернет-магазине Сады России. Ссылка в описании. Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.